Ельбук. Обзор новостей Казнета. Цифра дня. 5800. Такое количество свободных мест в детских садах Астаны будет укомплектовано в июне, передает информагентство Биньюз КЗ со ссылкой на акимат столицы. Комплектование завершится 2 июля, после чего родителям будет выдано направление в детский сад. Специально для этого на базе школы номер 61 создана рабочая группа. Ежедневно она будет принимать по 300 человек, а очередность приема распределена в зависимости от возраста ребенка, а также его места в очереди. С каждым годом показатель рождаемости в среднем растет на 1,1%, а также повышается уровень миграции населения в столицу. Уже за первые месяцы года прирост составил 4369 человек. Новость дня. Нурсултан Назарбаев проведет в Боровом пленарное заседание Совета иностранных инвесторов, сообщает сайт агентства «Хабар». 12-13 июня под председательством главы государства пройдет 27-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов. Заседание будет посвящено реализации второй индустриально-инновационной пятилетки Республики Казахстан. Планируется, что в качестве основных докладчиков выступят заместитель премьер-министра Казахстана, министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев и президент Европейского банка реконструкции и развития сэр Сума Чакрабарти. Фотопост. Портал Tengrinews.kz предлагает интересную подборку детских фотографий известных спортсменов Казахстана. Пост появился на спортивном портале Вести.kz в честь Международного дня защиты детей и продолжает набирать просмотры. Среди героев публикации есть как действующие атлеты, так и те, кто уже завершил спортивную карьеру. Кроме детских улыбок олимпийских чемпионов, читатели могут посмотреть на подборку фотографий звезд казахстанского футбола в детстве, отрочестве и юности. Видеопост. На видеосервисе YouTube набирает просмотры ролик, снятый на перроне железнодорожного вокзала «Алматы-1». На видео один из провожающих начинает петь знаменитую арию «Айттым сәлем қаламқас». Затем к исполнителю присоединяется хор голосов. Данный перформанс был представлен артистами Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. В преддверии премьеры обновленные постановки оперы «Абай». Видео активно распространяется в социальных сетях и набирает число просмотров. Смотрите обзоры Ельбук в эфире и онлайн.